На улице Флотская стартовал сезон дорожных работ. Говорится в телеграм-канале Куйбышевского района. Специалисты проводят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Объем небольшой, чуть больше 2000 квадратных метров. Завершить здесь снятие изношенного слоя асфальта подрядная организация планирует уже к концу дня. Затем дорожные бригады выставят люки смотровых колодцев в один уровень с дорогой и проведут работы по укладке. Обновленная дорога по улице Флотской, которая ведет к скверу Речников, будет радовать жителей Сухой Самарки. В администрации железнодорожного района состоялось торжественное вручение сертификатов на получение единовременного пособия выпускникам 11 классов самарских школ 121, 167, 132 Самарского спортивного лицея. Ребят, которые воспитываются под попечительством, поздравили с окончанием школы, пожелали больших успехов на жизненном пути, а также вручили благодарственные письма попечителям за достойное воспитание подрастающего поколения. В телеграм-канале Кировского района напоминают, совсем скоро наступит пляжный сезон. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде, избегать купания в незнакомых местах и помнить, что водоемы опасны в любое время года. Также категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено». Берегите себя и своих близких. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в своем телеграм-канале приглашает действующих и будущих приемных родителей на курс об особенностях воспитания подростков с опытом сиротства. Курс «Подростки» посвящен психологическим особенностям детей, прошедших через систему сиротских учреждений. С одной стороны, они нуждаются в поддержке и тепле, с другой, в подростковом возрасте запускаются процессы, которые ведут к взрослению и к психологическому отделению от родителей. На занятиях курса можно будет узнать, как справляться с настороженностью и тревожностью, установить и сохранить доверительные отношения, сохранить баланс между контролем и самостоятельностью. Лекции пройдут с 30 мая по 22 июня онлайн с 10 до 14 часов.